Давай. Никого нет. В общем, я готов. Надеюсь, что и в этот раз ничего не взорвется. Ладно, окей, я готов. Открыть? Да, открыть. Фу, с Богом. И что это? Что это? Чемодан с вещами. Футболка? Футболка, может быть, с принтованной личностью. 100 001 гениальная идея, книга. Если бы вы сейчас чувствовали мою горечь и мою печаль. Такое разочарование дикое. Я вообще, если честно, я думал, что здесь будет медлаборатория в чемоданчике, серьезно. Я прям думал, сейчас колбы какие-нибудь, там микстуры, порошки. Ну или как все, знаешь, снимают. Ну блин, какая-то тряпка, кошель и... И что это? Слушай! А что там? Я узнал его. Узнал кошелек? Да. А что? Стой. А это что? Воу-воу, только не трогай его голыми руками, прошу тебя. Надеюсь, его им никого не пыряли. Нет, он выглядит чистым. Покоцанный, конечно, но чистый. С днем рождения, Стёп. А, у тебя же нет перчаток. Я не буду его брать. Блин, хотел воткнуть. Ты понял, что это за кошелек? Со змеей, я не знаю. Это Гуччи. Видеются наклейки предупреждения об опасности и радиации. Мы хотели свечку зажечь рядом с этим ящиком. Подожди, я отойду назад, вдруг там это... Ну ты понял. Зато будет эффектно. Ты готов? Давай, открывай. Ёбнуло что-нибудь? Что? Ёбнуло что-нибудь? Нет. Что ты нашел? Что это? Это что-то в целлофановой упаковке. Замотали так здраво. Да. О, она открывается. Все, открыл от упаковки. Что? И это оторванная голова медведя. Вот так вот на свету. Да, вижу. Нормально там показано? Ну да, видишь. Ну-ка, донюхну. Да. По-моему, это масло. Я не знаю, у меня нос заложен. Знаешь, короче, ну, достаешь, распечатываешь ее, и я, короче, вижу фрагменты такие красные, там на глаз что-то похожее. Я подумал, там, короче, типа кишки, какая-то хуйня такая. Но это оказалось просто голова медведя. Гробовая тишина. Ты открыл? Все? Бро, открывай медленно. Ребят, хер знает, что там. Понимаете, тот момент, когда ты за это заплатил, и ты за эти деньги сейчас получаешь невероятные эмоции. И круто, что я могу с вами ими поделиться. Да, там опилки. Бро, открывай. Стоп, тут что-то есть. Сука. Блядь, сука, пошел в жопу, а. Так. Блять, что это? Брат, это что фляга. Это? А? Фляга с водой? Что-то лежит. Что это, брат? Блять, непонятно, что это, бро. Как будто двигается, нет? Бро. Где оно двигается? Сори, я должен был сейчас. Хватит. Военная, да? Дим, не тряси. Бля, это военная фляга, да, и военная фляга, сумка. Военная сумка. И мы где? Мы на военной части. Продумано абсолютно все. Но там тоже бутылка, мне кажется, нет? Ну блин, это же подсумник какой-то. Дим. Бля, ослабьте булки. Противогаз это. Стоп! Тут возникает вопрос. Для чего это для противогаз? Чего противогаз? Граната. Отвечаю. Нет? Не трогай, бро.
Ебать на, блядь. Да? Я говорил, блядь. Это реально граната, это блядь. Это граната, бро. Блядь, это нахуй. Бро, осторожно, бери. А если бы я вот так разгребал резко? Вот как я делал, я вначале разгребал, а если бы я, блядь, ее задел? Давай, как профессиональный сапер, со всех сторон, об этом. Ёб твою мать! Блядь, там еще одна лежит! Блядь, ну это пизда будет. Блядь, нихуя себе. Это пиздец, чувак. Мы это сделали, блядь! Мы получили неизгладимые эмоции. Мы нашли это место. Мы ломали стену. Мы проникали в этот туннель, несли эту коробку, открывали, нашли реально военные какие-то трофеи, нашли настоящее, хоть и охлащенное оружие. Что в коробке за 500 000 просто нереально интересно.